Я рад приветствовать поддавшихся тьме на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Overlord 2. Да, время тьмы настает. Я чувствую эту тьму. Она проникает сквозь меня, да. Пойдемте уничтожать маленьких пушистых друзей. А мои там не умерли случаем? Ура! Мне сказали, что они уйдут, мы но... Мы горим ради вас! Пришел! Огонь! Огонь! А, только посмотрите на этих маленьких поджигателей. Вам все еще нужно найти логово красных и вернуть его в иной мир. Только тогда вы сможете призывать красных за пределами убежища. Понял все. А почему они не забирают огонь? Не могут этот огонь собрать. Так, а тут что? Ладно, идем туда этими, этой группой людей, точнее этих группой маленьких негодников сюда. О, вот здесь негодники. Давайте, мочите. Мочи! Мы горим ради тебя! Шикарные ребятки. Так, давайте здесь все сожжем. Ой, гномы, гномы! Гномы! Огненная атака! Гномы! Мочите гномов, ребятки. Гномы, тысяча гномов. Черт подери. Это логово красных повелителей. Логово красных. Так, тихо. Тут... тут опасные эти летают. Феи, которые обманом заманивают наших. Так, и вот мне надо вот этот вот, вы можете это разломать? Вообще у вас получится? Или они будут 18 лет бить? Тебя это хоть быстро делают? Ты что делаешь? Повелитель, что ты рукой так дергаешь? Разламывай! О! Все, повелителю. 18 штучек мы собрали. Так, я там могу с другой стороны еще как-нибудь пойти? О, тут еще есть проход. Попытненько, а здесь куда? Вау. Тут за ништяками. Я сам с ними разберусь. Вы пока ништяки собираете для меня. Все для повелителя. Ну и для вас чуть-чуть. Они, конечно, долго фармят, это я точно помню, что не очень долго собирали. Не господина. Спасибо. Повелитель счастлив. Так, нормально. Подсобрали добрища и идем сейчас туда. Битлица. Гномы, власти. А гномы, они спавнятся, интересно? Или надо будет потом перезаходить в эту локацию, чтобы гномы вновь появлялись? Ну, наверное, все-таки надо будет перезаходить. Предположу. Ломать и ломать. А я могу сам же ломать, да? Походу, мы здесь все сломали. Тут, ребята, уже нечего ломать. Тут все сломано до нас. А, во-во-во, тут можно ломать. Так, а как нам добраться? Там получается... А, вон там проход, обход я вижу. Идем, там феи надо будет мочить этих. Простопузов. Стоять тут. По жопке! Хватит! Замаивать моих. Они меня слишком
нежные, они любят все это дело. О, смотрите, я могу, наверное, куда-то спуститься, да, на этой штуке? Подняться! Во, куда они повезли? Мне сейчас, по-любому, ловушка какая-нибудь, да? Ловушка. Что это такое? Это вода? Воу! Что ж так меня пугаете, твари? А, это оползень, типа того, да? Понял, все понял. Здесь просто ништяки были. Фига себе, мы тут насобирали сокровищ. Вот это мы красавцы. Ну-ка, а там есть что-нибудь? Нет? Так, тут скатываться, да? А, там дриада. Так, подожди, подожди-ка. Мы еще внизу не все прошарили. Стасян любит все облазить. Я люблю все везде посмотреть, в каждую дырочку заглянуть. Та-та-та-ра-ра. Да, я буду напевать теперь всю игру, вот эту песню. Она мне понравилась. Та-та-та-ра-ра. Та-та-та-ра-ра. Так, отсюда мы пришли вообще. Все понял. Нам и идти-то некуда больше. Так скучно. Я думал, что мы можем туда пойти, сюда пойти, везде погулять. А нам только наверх, и там дриаду. Ну, короче, все понятно. Все, как говорится, у нас линейно. Во. Подбирал слово. Как сказать-то это? Линейно. Ну, ладно, пойдем мочить дриаду. Дриада, мы идем. Е-ха! Сейчас я влечу. Когда у вас есть красные, дриады не смогут противостоять вам, повелитель. Сожгите эти нахальные овощи. Нажмите Q, чтобы создать красных... А, чтобы красных к метке. Я все понял, понял. Нам здесь надо просто их поставить, и все будет нормально. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Уничтожьте их. Бам! 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 Смотрите, две сразу, да, погибло? Ко мне! Собирать! Погнали! Здесь красиво. Не, ну игра реально в разы красочнее и прекраснее. Они реально, ну, много проработали, много переделали. Разница, я не знаю. Это ты! Здесь тебе не место! Это кто там? Или познаешь гнев королевы Февы? Осторожнее, повелитель! Вот он. Красные прихвости не так сильны, как бурые. Проводите своих бурых вперед, чтобы ослабить врага, а затем прикажите красным его поджарить. Сюда, сюда. Все сюда. Ломайте яблоки. Собираем добро. Пожитки. Чтобы мне нечего было есть. Они бы с голоду будут помирать, а мы будем смотреть и смеяться. Мы вообще это все разносим. Отморозки конченые. Стоп. Красные! Бурые! Красные, прекрасные! Вперед! Запирывай их, пацаны! О, лежачего можно бить. Ну вот это реально по-злодейски. А тут что такое? Раньше нельзя было вроде, ну там ронялись и все, да? Ну вроде здесь мы все собрали. Нам сюда, на лифте. Сейчас там вниз, я видел там... Опять вверх? Так внизу же это яйцо. Но там, наверное, потом обходные всякие, да, будут? Так, чтобы что? Выбросить всех прихвостней. Это что значит? Как понять выбросить? Вы что, психи, что ли? Куда выбросить? Я же их люблю. Совсем с ума посходили. Красные! Бурые! Берегите сельфов на нижних платформах. Постарайтесь забраться выше них, чтобы метать огонь им на головы. Да мы только с радостью. Красные! Ха-ха-ха!
Гайте в аду, мелкие пакостные эльфы. Давайте посмотрим, как они будут умирать. А то там прыгучие, вы посмотрите, как они там прыгают. Капуэра 6 лет изучали его, посмотрите. Так, тихо. Бурые! Ладно, бурые. Ломай все. Пускай пока красные там накидывают, мы бурыми сейчас немножко здесь разойдемся. Пособираем здесь добро всякое. Добра-то столько, бебез, вы посмотрите, сколько тут добра. Мочи, козлов! На, удар топором. Вот, понимаю, нужное дело. Так, давайте всех сюда. Ну, всех, я же сказал. Так, вот так надо все, да? Все, понял. Все сюда. Так, собирайте, ребятки. Может, с красным есть что будет одеть? А то они у меня полуголые ходят. Да, смотрите, им есть что одеть. Все? Как красненькие выглядят. Ой, какие чудненькие. Вот смотрите, они такие в броне. Вообще милахи. Красные! Бурые! Мочи эльфов! А я вообще, по-моему, дружелюбные эльфы, да? А я могу их подчинять? Могу. Подчинись или умри. Я, получается, могу теперь вообще всех подчинять. Это радует меня. Это греет мое сердце. Вы все будете работать на меня. Мочить, красные. Сюда. Бурые. А мы пойдем прогуляемся. Не кисло тут у них место. Они хорошо тут разжились. Тихо. Я буду подчинять всех. Подчинись. Бессмертный. Ну или якобы бессмертный. Тихо. Женщин к себе в рабство. Мужчин продадим. Ну или пускай строят нам что-нибудь. Тихо. О, да не-не-не, ну ты что, издеваешься? На колени. На колени. Женщины, это приятно. Ну давай, хватит уже, блин. Выделяйся, ты так что-то плохо выделяешься. Так, вы там давайте разграбляйте тут все. У меня манна кончилась. Плохо, я хочу подчинять. Ну это нечестно, я только разошелся на подчинение, мне, конечно, ману забрали все. Восстанавливает ману. Так, это обы, это уже подчиненные. Мне они не нужны. Вот этот надо. Подчинись. Склонись. Все? Не, вот это вот эти еще бегают, они еще в шоке. Они пока еще не верят своему счастью. Что они будут служить мне, великому повелителю. Так, ну все, вроде хватит. Я не знаю, зачем это я делаю. Может, какие-то плюшки мне за это дадут. Да, блин, идите в пень. Они мешают мне ходить. Вот какие плюшки будут мне, я чувствую. Все! Сейчас все подтянемся. Так, смотрите, здесь какая-то у них статуя великая, да, они, наверное, ей молятся. А эта фева очень даже ничего. Жаль, что она фея. Какое-то гигантское сердце каменное.
что самое интересное, если они так любят и уважают свою эту вот фею, почему она в каких-то шипах украшена? Ну, даже не украшена, а просто тупо бесхозно, даже никто не убирает, не выдирает сорняки. Они же должны молиться, должны вообще красиво держать, ухоженная эту статую. Она вон какая-то вся, чухонь какая-то. Давай. Ладно, оставим мне... дурную карму позади, чувак! Чувак, как ты твой? Я тебя сейчас оставлю позади, чувак. Ладно, я могу, я так понимаю, еще их подчинять. Я просто не вижу смысла, зачем мне это делать. Ну вот так ради фана только. Пока мои ломают. Да, сокровища, собирай, хозяину давай. Разламывай. Фига у нас народу уже нормально. Вот это веселье. Эй, ты. Эй, ты, ты куда побежал? Стопэ. Все. Опа, я ее ударил. Я ее убил? Да плевать. Починись. О, арфа какая-то. Тащим арфу. Куда вы тащите ее? Подожди, 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 подожди. Туда, видимо, надо нам, да? Ну, мы пока, естественно, тут еще барахло разбирать будем. Потому что тут может быть добра много вкусного, там типа деньги, все дела, нам это все надо. Сами понимаете, в атаку. Ребятки, а где вы все? Чего вы так долго ломаете? Разламывай! Да-да-да-да-да-да-да. Перезвон маленьких колокольчиков. Хватит! Хватит! Феи наступают! Где? Нет, только не это! Не заставляйте меня плясать вокруг поганок! Черная фея! Я хочу домой! О, так это эти римляне? Косика слон! Феи наступают! Так, у нас мои там с арфой-то. Арфу-то тащите давайте. Нам надо. Я так понимаю, что нам надо сюда, да, ее тащить? Это рабанить. Домой. Нет, только не это. Не заставляйте меня плясать вокруг поганок. Вы нашли арфу, повелитель. Да-да-да, что он дает? Трынчак уже видит ее в сладких грезах. Кто такой Трынчак? Это местный наш музыкант там, да? Черная фея! Трынчак, наверное, это наш шут, да? Вот этот, он Трынчак. О-о-о. Новое веселье, красными теперь будем веселиться. Поджигать! Да! Да! Поджигать! Только куда нам надо? Поджигать-то куда? Так, нам туда куда-то, наверное, да? Что, не вдупляете? Стоите, думаете, что с повелителем с вашим? Нам куда-то сюда, наверное. Та-та-та-ра-ра. Ломай, убивай, грызи! Это не гномы? О-о-о-о. Тихо. Так, мы нас одного убили. Нам надо поджечь поле по-любому. Как раньше мы любили делать, знаете, типа там святую чащу единорогов спалили в первой части. Это я хорошо помню. Так, давайте, как только сделать, я могу, как? Вот так, наверное, да? Нет, я не могу так упустить. Ладно, давайте. А, тут я пройти не могу.
Все понял. Они просто тогда телегу-то эту забрали, а теперь, получается, мы ее обратно вернули. Да, теперь надо вернуться к хозяину. Я могу магией пользоваться? Нет, не могу. Блин, это скучно. Было прикольно, если бы я мог еще огнем кидаться вот этими чувачками. Ну-ка, подвиньтесь, ребятки. Я иду, эльфы. Ну, вот такие эльфы. Смотрите, как они. Реально, как это секта зомби. Оп, вот тут напризывали. Вот это прикольно. Так, идем все за мной, девочки мои. Они, смотрите, они обратно, получается, уходят, да? Если пройти не смогу? Да вроде как могу. А, не, не могу. Получается, те, которых я там оставил, они обратно, они телепортируются. Красные! А, не, просто у меня просто призвано было столько. Я понял. Просто я всех сейчас выделил. Все! Поехали. Да сожжем их. Да тла. Да мне. Варварской армии удалось разорить деревню. Все правильно. Храм тебе придется уважать. Кристалл, который в нем хранится, защищает все живое в убежище. Этот кристалл обладает великой силой. Силой, которой повелитель зла сумеет воспользоваться. Ко мне. Сожги. Огонь поглотит ваши души. Так, где-то тут должен открыться цветочек, да? Вон он, бежим, там. Нет. Красные! Быстрее ко мне. Быстрее. Ну, красный, ну. Гаси! Давай еще разок, давай еще, молодцы! Так, все! Посмотрим, здесь может быть где-то еще ништяки какие-то припрятанные. Да вроде я ничего не вижу. Мочи! Смотрите, как сильно надо мочить. Пенч! Пенч! Мы сломали статую богини их местной. И будем вытирать об нее ноги. А кристалл заберем к себе. О, сплошные наслоения глупой светлой магии. Явите свою могучую ауру, повелитель, и переманите его на темную сторону силы. Прогневал королеву Феву. И не говори, что я тебя не предупреждал. Ой, ты не забыл. Украл наш колдовской камень и осквернил храм, принеся тьму в обитель света. Да прелестница. Ты утонешь в вечных страданиях. Ты подаришь мне их страдания? Да я родился из страданий. Мать-перемать. Меня не напугать. Во-во-во, она подавила, подавили моих, что ли? Уходим. Ага, понял все. Ребятки, нам валить надо. Бежим! Тут все рушится, ломай сундуки, нам, если у нас есть время. Ну как наваливают. Хватаем. Тя-тя-тя-ря-ря. На, эльфы. Что ты тут прыгаешь, мне? Капуэра мне тут свое. Не, капуэра не страшно. Я капуэра сам изучал 12 лет. Мое-мое теперь. Так, хватайте. Че вы? Идите выход понесли. Из этого ужасного места и возвращайтесь в иной мир, повелитель. Сжигайте тут все. Повелитель хочет уходить. Автосохранение. Тащите, раз. Ваш запас маны увеличился, повелитель.
Расходуйте ее с умом. Как будто я делаю по-другому. Тут есть что еще забрать? Ну собирайте там, ребятки, если надо. Вы так, а что такое? Все. А что они меня все бьются, и как будто есть какой-то барьер, что ли? Смотрите, недалеко не двигаются. Ладно, подойдем поближе, вот так вот. Ладно, фиг с ним, уходим. Приходит, пришло время возвращаться к нам. Чтобы вызывать красных, вам потребуется их логово, повелитель. Так мы забрали его? Иной мир, башня. Yes. Вообще шикарно все получилось. Мы классно справились. Мне понравилось безумно этот лес. Очень шикарно. Реально очень красивая игра стала. Ну прям просто на уровне. Офигеть. Смотрите, арфа, да, вот она стоит. Талантливый продюсер. Ништяк, посмотрите. Пока Трынчак терзал струну и пел о трупах, владыка эльфов присанул и создал группу. Давай, мочи! Барабан! Кошмар экзорцистов! Это ваша группа называется наш так? Наш хозяин. Хорошее название, да? Ой, кошмар экзорциста! По-моему, можно играть нормально какой-нибудь black metal. Ну что, дорогие друзья, по-моему, получилось сверх круто. Мне безумно братишка понравилась эта игруля. Братишка, я тебе покушать принес, что ли? Да, сильна, повелитель. К счастью, у всех есть уязвимые места. Так, ну-ка поподробней. Так, у нас что есть? Давайте посмотрим еще, что за задание у нас еще есть. Сядем на наш великий трон. Прикольно вот это придумано, реально, что ты садишься на трон и такой распределяешь, куда тебе надо идти, что надо делать. У нас с вами миссии завоевать Нордберг. Так как у нас сейчас есть красный. Так, сейчас у нас есть красный, и, естественно, мы можем проникнуть в город. Давайте сохранимся на пустой слот. И это мы, естественно, уже посмотрим в новой серии, дорогие друзья. А сейчас не забывайте ставить лайки, комментировать это видео во славу тьме. А также добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав и повелитель тьмы. Увидимся в новых прохождениях. Всем пока.